имейте в виду, вы заряжаетесь на 6 суровых лет, если хотите, а вы хотите, конечно, стать большими яркими звездами. Во втором высотном корпусе Казанского федерального университета прошло знакомство студентов с преподавательским составом Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Выбрала этот университет, потому что я не выбирала, куда мне поступать, я знала, куда мне поступать. Еще класс, наверное, с 9-го меня очень привлекало и сам город, и этот университет, поэтому я здесь. После знакомства с преподавателями студенты первые получили в новом учебном году студенческие билеты. Вручал их декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Толчинский. Я поступила на медиакоммуникации. Мне изначально показалось интересным это направление. Я о нем очень долго читала, очень долго выбирала его, сделала, можно сказать, осознанный выбор. Выпускники института работают в государственных структурах и информационно-аналитических службах органов государственной власти. Журналисты уже со студенческой скамьи реализуют свой творческий потенциал в местных и федеральных СМИ. В детстве журналистика это было интересно для меня, поэтому я хотел учиться журналистику. И я хочу сделать документарии, фильмы, такие. Нельзя не упомянуть, что помимо студентов бакалавриата на мероприятии присутствовали и магистранты. На магистратуру я пошла с той целью, чтобы получить все-таки полное высшее образование. Я выбрала свое родное телевидение, потому что за годы обучения в бакалавриате я работала по специальности и, в принципе, также дальше хочу продолжать работать и развиваться в этой области. Преподаватели и кураторы пожелали студентам упорно учиться, больше практиковаться и, конечно же, соблюдать устав Казанского федерального университета. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.